я еще так. Это я, знаете как, я Сергея Железова послал. Я просто никакого отношения не имею. Но редчайший случай, что человек демонстрировать сливы, якобы, я не говорю, что может он с Италии привез, там такие есть. Вот. Но он клянется, ну как клянется, он просто показывает, что он якобы вырастил сливу Бербан, самую крупную в мире, якобы. Я вас прошу, кто-то из вас свяжется с ним, а я уже в это, как тот говорил Райкин, вот, огня нет, но дым с меня идет, но дыма мало. Кто-то из вас, это так легко, смотрите, имея всего лишь вот эту информацию, вот она, видите, вот, имея вот эту информацию, этого достаточно, чтобы найти его сайт, связаться, вот. Вы черенки заказать. Я обхожу в долю, несколько черенков на меня. Если он же не зря это все демонстрирует, правильно? А у меня своих уникальных хватает. Несколько десятков человек за эти годы просило меня, чтобы не платить деньги за мои черенки. Давайте меняться. Но я знаю, что большинство из них будет, ну какие? Ну, типа того же пипинчика, там, типа лучи. В общем, нет, я отказывался, потому что терять годы, а потом вырастет, ну, сами ведь знаете. Сейчас же практически не осталось ничего в стране из этих, из суперсортов. Ну, вот нарвался вот на этот я фильм. Закажите мне черенки. Знаете, как я заказываю? Заказывал. Я никогда не мелочился. Я говорил, цену назовите сами. Это просто сорта. Когда я видел суперсорт, ну, реклама, тогда это были журналы, газеты. Я говорю, плачу любые деньги. И никогда такие люди не грабили меня. Нормальная обычная цена. Вот на этом я и закончу. Ребята, давайте это. И еще раз. Что там Сергей за 40 черенков заказал? 40 сортов. Вот так вот. Может быть, это знает Пащенко, вот, житель Сталинграда, Волгограда. Посмотрим. Так, а это знаете почему? Я еще, все, закончил. Вот эта цена водки, да, она растет, растет. И теперь получается, цена водки дошла до этого самого, до цены саженцев. Не верите? Видите? Ну, посмотрите сами, я ничего не привлечу. Там было, вот, дожили до того, что бутылка вшивая дерьмовой водки стоит столько, сколько саженец. Как опустили? А почему опустили? Сказать? Антон Валерьевич, еще 2 минуты. Листай, 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 листай. О! И это юг. И опять вранье, и опять железки это самое. А потом я еще 2 минутки. Я листаю, 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 листаю. И вижу уникальной крупности абрикосы. Я тоже хочу. Это 120-130 грамм. Вот эти. Амур бывает на юге 140 грамм. И я хочу. Теперь я должен ему заказать черенки. После этого, когда он мошенническим способом присвоил это, нет у него абрикоса Серафима. Значит, что-то делает мой это. С интернета связывал. И это значит вранье. Вы скажете, а вдруг впервые мы нашли честного человека? А давайте смотреть. Я когда нажал поискать в Яндексе. А, кстати, еще один. Знаменитая фотография. Вот она. Да. Только при чем тут ты, это, мошенник? Смотрите. Итак, я все думаю. Вот он, крымские саженцы, которые сдохли, будучи посаженные. Прививать было поздно, отрезать вот это прививать поздно, потому что они проснулись в дороге. Вот. Вот это подлость. А теперь смотрите, вторая подлость. Я взял исходный размер, скопировал. То есть я взял, здесь не получается, это надо в первоисточнике. Нажал это самое. Похоже, в этом, в Яндексе. Внимание. Внимание. Сколько сайтов претендует на эту фотографию? И что я ему напишу? Пришлите мне эти, или еще напишу. А вы мне гарантируете,
чтобы когда черенки ваши привью, у меня будут такие же крупные, по 120-140 грамм. Что мне скажет мошенник? Видели, что делается? Вот так вот. А, кстати, в настоящий сад вот он. Вот это настоящий. Так, ну все, друзья, закончили эту часть. Кому, кто устал, кому не интересно общение, уже более плотное. Вот. Значит, мы с вами прощаемся, а остальных я приглашаю вот сюда. И сделаем 5-минутный перерыв.